Зеппе с салями, как много в этом слове. Сегодня обзор у нас на пиццу, как вы уже догадались, Джузеппе. Бабах. Вот так она выглядит. Предварительно ее сейчас размораживал. Меня она порадовала, хоть она и на толстом тесте. Хоть она и на толстом тесте, она достаточно добротно выглядит. Вот мои допники. Это у нас идет сыр и шампиньон. Сейчас нарежу шампиньон, натру сыр, сверху потрем на эту пиццу и посмотрим. У меня уже был на канале обзор на пиццу Джузеппе. Она была, по-моему, если не ошибаюсь, ассорти. Она мне не понравилась. Эта же пицца мне нравится внешне. Надеюсь, и по вкусовым качествам она мне также понравится. Трем сыр, шампиньоны и в духовку. Духовку разогрели мы до 220-250 градусов на примерно 5-7 минут. Хотя тут, если честно, тесто толстое. Но я думаю, оно из-за того, что уже полуготово, это все успеет приготовиться. Главное, чтобы сыр растаял, колбаска запеклась, и все было замечательно. Пришлось немножко модернизировать нашу пиццу. Добавил сверху сыра, немножко опят, сосисок, чуть-чуть зеленушки, укропчика, перчику, все. И духовочка у меня раскалена. Кидаю все в раскаленную духовку. Вот наша духовка, вот пицца. Опа. На самую верхнюю полку засовываю. Как же неудобно все делать одной рукой. Опа, все, засунули. 5-7 минут, время пошло. Ну вот, наша пицца и готова. Потребовалось 8-10 минут для полного приготовления. Я уже ее порезал. Вот так вот она аппетитно выглядит. Я, правда, скажу так, что я не люблю пиццы на толстом тесте. Я все-таки люблю больше тонкое тесто. Вот такой вот кусочек. Видим, как все растаяло. Все вкусно пропеклось. Аж сливки текут. Сейчас мы соберем тут. Все, можно дегустировать. Оп. Смотришь, вообще. Честно, кстати, не чувствую, что она такой толстая. Когда его кусаешь, она очень нежная, воздушная. Прям вообще классно. Очень много кетчупа. Очень много сыра, но это уже заслуга моя, а не производителя. В принципе, в этой доп. Комплектации очень даже ничего. Что-то в прошлый раз мне эта пицца, ну, этого производителя мне не понравилась. А сейчас... А сейчас прям очень даже ничего. Прям сочно, но это из тушки кетчупа много положил. Но он производитель, я имею зовут. Прям грибочки сочетаются очень хорошо. Вон, гляньте как. Вообще отлично. В общем, так. Выставляем оценочки, потом даем. В данной комплектации, в данном посыпке сыра, грибов, сосисок, я ставлю этой пицце. Я строго отношусь, поэтому я поставлю 6 из 10. Это строго. То есть десяточка — это супер пицца. Прямо только прямо из пиццерии. Причем не каждый. Прямо супер-супер. Ну вот шестерочка, семерочка. Вот где-то в этом, чтобы вы почувствовали, да, динамику. 6-7 из 10. Если мы уберем отсюда сыр, уберем грибы, уберем сосиски, то у нас останется, наверное, 5-6. Вот так вот. Достаточно неплохо. Я думал, честно, будет хуже. То есть я приготовился уже, сейчас я скажу, 4 балла. Вот самое то. Нет, не то. То это у нас 6-7 баллов в час. Или
5-6, если у нас без начинки. Ну вот как-то так. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.